Владельцы такого имени застенчивы и с трудом сходятся с окружением. Буква «Н» в этом имени не раздражает окружающих, но с этим человеком придется долго дискутировать на любую тему. Звучание буквы «С» не вызывает раздражения. Несмотря на то, что в глубине души они не смелы и не уверены в себе, они умеют скрыть это под маской мнимой отваги и решительности. Однако они много внимания уделяют мелочам, а в ситуациях, требующих решительных и быстрых действий, оказываются под властью необоснованных страхов и сомнений. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Главные качества этой личности – любвеобильность, романтичность, сентиментальность, душевная щедрость, тяга к прекрасному. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Можно с уверенностью сказать, что способность любить и быть любимыми составляет главную черту характера этих людей. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Обладатели имени трудолюбивы и упорны, но в чувствах редко способны на нежность и внимание, проявляют лидерские качества и не нацелены на достижение результата. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении, поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Им как воздух требуется впечатление, возможно, застенчивость. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Буквы «Н» приносят в характер отрицание и сомнение. Буква «С» в этом имени создает стремление к прочному положению и материальной обеспеченности. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Иногда носители этого имени упрямы, заботливы и в то же время застенчивы. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.